наступлением лета некоторые водители затонировали стекла своих автомобилей, что является грубым нарушением установленных требований. Поэтому в настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят комплекс рейдовых мероприятий на территории всего города. За последнее время выявлено более 4000 подобных нарушений. Поэтому мы рекомендуем всем жителям и гостям нашего города устранить тонировку и ездить по правилам. А тем, кому мешает солнце, можно воспользоваться солнцезащитными очками. Проводится и профилактическая работа. Инспекторы объясняют водителям, что тонировка ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать причиной ДТП. Разработана и специальная наглядная агитация, буклеты, наклейки, которые вручаются водителям. Напомню, что по ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние и боковые не менее 70%. Светопропускание прочих стекол не нормируется. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.